Салам алейкум, пацаны, вот и временные алмазы в обновлении. Также новые вещи и новые шмотки, которые нас будут ожидать. Друзья мои, в общем, всем желаю приятного просмотра. Ставьте лайк перед началом просмотра видеоролика. Конечно же, подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте колокольчики, все уведомления. Ну и, конечно, не забывайте, прям самое главное, подписываться на мой телеграм-канал. Именно там уже будут раздаваться совсем скоро несколько человек, ну, наверное, даже не раздаваться, а выбираться несколько человек на прокачку. А также будет скоро стартовать обалденный розыгрыш. Ссылочка на телеграм в описании, заходи, подписывайся, если хочешь что-то выиграть. Поехали! Давайте сначала покажу вам самое первое. Это, конечно же, не забывайте, что в этом обновлении уже нас должно ожидать новые кролики. Кстати, пожалуйста, в комментариях напишите, какой вам больше всего кролик понравился. Получается, синий, красный или желтый. Мне лично понравился синий. Не знаю, как вам, но мне этот цвет ближе к сердцу. Вот, а вы в комментариях напишите, какой у вас любимый цвет. Так что ожидаем в обновлении уже вот такие вот у нас новые кролики. Также, конечно же, немаловажно, это новые наборы, которые будут также нас, скажем так, преследовать, да, в течение всей обновы. Это будут таких два набора, мужской и женский персонаж, да, ковбои. Вот, скелетон и комбой, да. В общем, эти наборы также, в принципе, неплохо смотрятся. И раскраска, в общем, этих наборов реально бомбовая. Так что ожидаем уже эти наборы совсем скоро. Также, конечно же, новые эмоции, которые тоже у нас совсем скоро будут добавлены. Это эмоции танцы. Танцы, на самом деле, очень-очень, скажем так, необычные. Некоторые танцы есть, конечно же, скажем так, очень веселые. По крайней мере, есть также, получается, эмоция, скажем так, позирования. Вот такая, да, вот эмоция. Ну, тот эмоция, наверное, больше всего, наверное, ну, из всех, наверное, такая, более-менее, скажем так. Но это еще не все, братва. Эмоции, конечно же, есть вот такие еще. Эта эмоция, получается, не пойми что. Ну, она есть, да, она есть. Больше всего эмоция, конечно же, мне понравилась. Это вот такая вот. Это танец, прям нереально крутая, прям я, вот эта эмоция прям пушечка. Смотри, что он делает, сколько движений, сколько всего, друзья мои, ну и реально эмоция просто нечто. Ну, по крайней мере, я ее обязательно заберу, если эту эмоцию уже буду добавлять в ближайшее время. Топовая эмоция, спасибо большое разработчикам, что такие эмоции нам добавляют, очень крутая и очень топовая. Вот, также, конечно же, не забывайте, братва, что, в принципе, мало то, немало тоже важно. Это, конечно же, у нас это, да, братва, временные алмазы. Вот и дошли временные алмазы. Получается, уже после обновления у нас должны добавить временные алмазы. Что будет в этих временных алмазах? Как вы видите, добавлены новые наборы. Также добавлены, получается, помимо всего этого, добавлены еще новые скинчики. Скорее всего, что-то возможно изменить, что-то возможно добавить, да. Возможно, что-то даже переработают, да, может быть, эмоции будут добавлены определенные, такие эмоции по-любому точно не будут, но то, что эмоции будут другие, это 100%, прям 100%, тут эмоции, возможно, будут, да, за временные алмазы, кулаки, наверное, не будут, братва, наборчики, скорее всего, будут, да, за временные алмазы. Вот, также, конечно же, ожидаем у нас, помимо временных алмазов, конечно же, вы видите, помимо временных алмазов, конечно же, у нас должны еще добавить новые скинчики на оружие, новые скинчики на стенки, новые рюкзаки и много чего интересного, которое мы сможем обменить. Получается, наборы также вот такие вот еще присутствуют, это уже получается новый, да? А точнее показывают, получается, пример, что, возможно, еще будут нам добавлены. Эту всю информацию я беру у зарубежных контент-мейкеров. Так что, возможно, друзья мои, возможно, что у нас еще будут даже добавлены будут новые оружия. Так что ожидайте, временные алмазы придут по-любому. Пока немножко нужно потерпеть, братва, немножко. Так что всем все ясно, надеюсь, всем все ясно. Также, братва, прямо сейчас обязательно, если вам не сложно, прямо сейчас обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Не забывайте, что у меня в телеграм-канале у нас, скажем так, подвожу я все итоги на розыгрыше. Раздаю все, скажем так, да, именно подарки, а также выбираю людей на прокачку именно только в телеграм-канале. Только в телеграм-канале, так что не забывайте. Ну и, конечно же, друзья мои, самое главное, если вам не сложно, конечно же, не забывайте, что если у вас возникают какие-то сложности при донате, вы не можете себе задонатить, пишите мне ВКонтакте. Я вам помогу задонатить, доначу я через официальный сайт Garenashop, через меня алмаз приходит сразу же, и это безопасно. Но, друзья мои, я за это буду брать определенную комиссию. Всем все ясно? Ну все, я вас люблю, всех обнимаю, ждите нового видеоролик. А я поехал по делам. Всех люблю, обнял, вы лучшие.